Приветствую вас, и для начала давайте попробуем определить, с какого момента начались ваши скандалы. Когда вы начали ссориться, после какого события, после каких обстоятельств у вас начались разногласия и чего они касались? Вообще говоря, очень может быть, что вы просто-напросто не до конца пережили, не до конца выразили свои эмоции, свои переживания по некой ситуации, которая произошла с вами вот, какое-то время назад, да, тогда. И сейчас вы, условно говоря, пожинаете плоды этого. Но вот, дабы это исправить, дабы, если вы хотите сохранить свой брак, а также, если вы понимаете, что ссоры – это очень сильный удар по детям, например, это колоссальный удар по ребенку, по его психике, по его нервной системе. И если вы всего этого не хотите, то я думаю, что нужно определиться, есть ли желание каждого из вас сохранить брак. А далее просто-напросто начинать разбираться, в чем ваша проблема. В чем она заключается, и помогать вам ее решать. Объективно, если вы поймете требования друг к другу, претензии друг к другу, причем претензии не какие-то такие вот ситуативные, а глубинные, основные, то вам будет, безусловно, понятно, чего хочет от вас каждый из, собственно, вас. То есть, чего вы хотите от своего мужа и чего муж хочет от вас. Далее встанет вопрос, готовы ли вы дать все то, что хочет от вас получить, например, ваш муж. Если да, то проблем нет. Только при условии, конечно, если он тоже будет что-то делать для вас. Если нет, то тогда почему нет, как можно реализовать желание вашего мужа, например, несколько иначе, да, по-другому, а что для этого нужно и так далее. То есть, как вы понимаете, это работа, это разбор ваших проблем, и я думаю, что вам действительно нужно выбрать эксперта для того, чтобы подробно изложить всю свою ситуацию и подумать, как можно ее решить. Вообще говоря, один из основных вопросов, которые вам нужно задать, это любите ли вы друг друга? Потому что, например, если любви у вас нет, или вы сомневаетесь в том, что любите друг друга, то о каких тогда действиях по сохранению брака может идти речь. Ведь важно, чтобы чувства были у обоих людей. То есть ситуация крайне, я бы сказал, неоднозначная, и ее нужно решать достаточно аккуратно, ее решать нужно деликатно, а мы на самом деле очень мало предоставили информации. Знаете, в чем дело? Если вы как бы вышли замуж за мужчину, который старше вас на 8 лет, то очень может быть, что за те 10 лет, что вы вместе, он уже изменился. Он стал другим. Вы еще нет. И из-за этого возникла проблема разности возрастов. Он уже в одном возрасте, вы в другом. Отсюда проблемы. Я думаю, что это можно решить. Это вполне решается на самом-то деле. Для этого просто нужно ваши усилия,
нужны средства, нужны желания, и я думаю, можно будет сохранить ваш брак. Если вы не можете сейчас, например, жить вместе, да, то есть если у вас постоянно возникают ссоры, то, соответственно, можно предложить на какое-то время побыть один, дабы отдохнуть немножечко друг от друга. Собраться с мыслями, пересмотреть свои взгляды, подумать, так ли важны, вообще говоря, ваши претензии. Ну, именно ваши, например. А потом встретиться еще раз на нейтральной территории, например, и поговорить. Спокойно, без криков, без ссор, поговорить. А еще важно, чтобы вы были готовы к разводу. Важно, чтобы вы были готовы отпустить человека. В случае, если он все-таки осознает, что с вами быть он больше не хочет. А тогда вам нужно спокойно отпустить его идти своей дорогой, а вы пойдете своим путем. Нужно осознавать такую возможность и иметь ее в виду. Если этого сделать вы не можете, тогда можно говорить о наличии у вас определенных потребностей, которые вы реализуете через семью, через своего мужа. Эти потребности не позволяют вам воспринимать объективно, адекватно то, что происходит между вами и между вашим супругом. И тогда вам нужно уже поработать над собой самой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.